Чип Фьюжн, привет! Самые главные враги в этой игре — это маленькие крысы, которые поедают роботов, как оказалось. И время, судя по всему, еще. Провал. Торопился. Да, я краешком глаза смотрел чуть-чуть на Doom Troopers. А я прошел снесовскую версию. Кстати, снесовская версия мне понравилась, Doom Troopers. Еще пойду несколько раз с удовольствием. Но она другая, чем Fusion, я тебе сразу предупреждаю, там по-другому немножко игра сделана. Я там нашел секретик с этим, с контом дополнительным. Вот. Да, Chip Fusion, она непростая, она тоже на запоминание, Doom Troopers, на запоминание и... И на запоминание. Ха-ха-ха.
АКУТ от Робокоп, кстати, тоже. Мы запоминали. Так. Как и все робокопы. Чего уж там. Ничего, сейчас спидран какой-то, да, сейчас был? Ребята, спидран игры, какой это мировой рекорд? Сейчас мировой рекорд будем ставить по спидрану. Что-то он сгорел как-то шустро, да? Я даже не знал, что он так восприимчив к огню. Вы видели? Бляха, хилку взорвал. Да уж. Не надо с ними воевать, Зул. Надо хилки собирать и все. Зачем тебе с ними воевать? Пусть летает. Особенно нельзя в них врезаться. Вот что нельзя точно делать. О! Это какой-то уровень наполовину развлекательный, да? По сравнению со вторым. А потом следующий, вот этот замок с крысами, это какая-то жесть. Там крысы лютуют. Привет, beautiful. Ты знаешь, ты помнишь крыс? Крысы, оказывается, самые лютые враги здесь. А потом, когда я их все-таки прошел, там был, видимо, ниндзя-робот, которого можно бить только кулаком, а он тебе в ответ мечом. Смешные крысы! Они убивают на раз нафиг!
Ниндзя, да? И он меня и зарубил. Вот, я ему кулаком, он мне мечом. Он потом начал активнее махать своим мечом, и все. Не последний ниндзя, да, в игре? Короче, крысы пока лютые. Лютые крысы — самая жесть. Вот до сюда мы дошли без смертей, beautiful. Сейчас, только что. Вот до сюда без смертей дошли. Вот только что. Я сломал хилку опять. Сергей, привет. Ничего страшного. Не ты первый про меня забыл. Не ты последний. Я даже одну жизнь накопил. Смотрите за очки. Ну что ж, первая смерть. Мне даже 4 жизни было, оказывается. Да хватит это делать со мной! Да какие сволочи! Да офигеть просто! Да хватит стрелять, не когда я хочу. Я хочу, чтобы... Ага, ну хватит, ну серьезно. Видели? Ну почему они стреляют именно тогда, когда это мне не надо? Beautiful. Да вообще-то это уже 4-й стрим проходит у меня с канделябрами, а ты только заметил. Сергей, спасибо огромнейшее, Сергей. С вебкой надо поговорить, beautiful. Я уже с ней давно говорю особым языком.
Sonic Play Channel, привет. Привет, Соник. Как ты думаешь, какие самые страшные враги в этой игре? Это крысы, которые загрызают насмерть нахер. Без шансов вообще. Крысы, которые загрызают робота просто. Насмерть. Сергей, ты знаешь, поставить лайк. Вот. Вот у тебя инструмент есть. Игра хотела меня только что уничтожить, видели? А это местный лабиринт. Что может быть в Робокопе, как не лабиринт в замке? О, Серега, вот это твой инструмент. Эх, мало патронов. А я что разболтался-то? Я когда болтал, хоть паузу ставил, время же идет. Стою, трещу, а мне же ниндзя убивать кулаками. Thank you.
все, это когда все это провал. Да все это провал! Вы посмотрите, что... Их нельзя игнорировать, их надо обязательно убить. Я думал, проскочу. Нет, их надо убить, иначе они и в голову тебе грызут, и в ноги. Да все, да ну что это за уровень? Квинтэссенция какая-то. Квинтэссенция говна. Убивайте меня, все. Спасибо большое. Стреляй еще раз. Ребята, что это происходит вообще? Да ну, да что это, бляха-муха? На! Мне кажется, меня эти крысы доконают, ребят. Мок, привет! Привет! Outstanding! Жестко здесь что-то. Понимаете, ребята? Жестко. В этой игре жестко. Thank you.
Нельзя крыс игнорировать, ребят. Их нельзя игнорировать, они не наказывают за игнорирование. Сколько мы будем в этого робокопа еще играть? Неделю? Меня зовут Александр. Thank you.
5 секунд осталось. Они что, с ума сошли, что ли? Они с ума сошли, что ли? 5 секунд? 5 секунд? Вы чего? Пять секунд? Это что за тайминг такой? Крысы, потом 5 секунд? Это много или мало? Это мне здесь не нравится, ребят. Ой, как мне здесь не нравится. А что начинается-то тут? Я думал, это увеселительное будет. Увеселительный полет очередной. Нет? В этот раз без хилок. Thank you.
Этот уровень реально без хилок, что ли? А, хилка была, я ее взорвал только что, сам. А как не взорвать, если ты на упреждение ракеты подстреливаешь? Бляха-муха, да что это за игра-то такая, ребят? Она кончится когда-нибудь? А что времени нет там у полетов? Надо было, чтобы время тоже было, когда летишь. Это странно. Да. Да, кстати. Знаешь, Beautiful, если я ее пройду, мне кажется, я хотел бы ее на картридж. Ну так, гипотетически, да? Не то, чтобы я прямо вот сейчас побегу и все свои деньги потрачу на этот картридж. Конечно же, нет. Так. Пофантазировать на тему картриджей, да? Ребята, это непроходимое говно какое-то. Я это не пройду никогда, ребят. Вот этот полет это хуже, чем крысы. Каждым уровнем все что-то хуже и хуже становится. Я ведь не игрок в шмапы, вы понимаете? Я не шмапер. Я битэмапщик и ранэнганщик. Я не шмапер, я... У меня другая специализация. Говорит, игра Beautiful. Ты хотел бы, чтобы она подлиннее была, чтобы человек как в спортзал сходил? Нет, по-моему, она не короткая, абсолютно не короткая. Нос почесал. Да не знаю, как... Все равно, как, наверное. Ребята, давайте... Давайте сейчас сконцентрируемся на этом уровне, потому что он меня что-то расчехляет. Этот уровень меня расчехляет, ребят. Я думал, ну, летательный уровень — это халява! Я думал, что это халява, ребят, летательный уровень. Но в этой игре, видимо, нет халявы. Потому что предыдущий летательный был, ну, легкой прогулкой на джетпаке. Нет, Beautiful, у меня не японская приставка, у меня европейская SNES. У меня SNES европейка. Европейская у меня консоль. Так. Я почему играю в европейские игры-то? Я же и канал-то назвал так. И, ну, в смысле, вот это занятие мое. 92-й год. Евромен. Вот это все с европейской консолью связано. Игры, которые в 92-м году выходили именно в Европе. Я же сейчас прохожу. Не во всем мире, не в Японии, а в Европе. Блин, ребят, это да все, это провал. Где эта хилка там была? Да все. Да ну как? Ну вот она.
Ну, пока я ждал. Да хватит это делать со мной! Ребят, это непроходимая игра! Это просто непроходимая игра! Это нереальное что-то! Ребята, я этот уровень не пройду, вы понимаете? Я даже не увижу, что дальше, там босс какой-то странный, непонятный, самонаводящимися какими-то выстрелами. Мне бы хилки, а хилок нет. Ну все, вот этот уровень, это чистилище просто какое-то. Я не шмапер, ребят. Ну я не шмапер же. Ну вон, ну вот смотрите, как они меня расхерачили. Где-то был ведь джетпакчик-то маленький. Летал же где-то тут маленький, спасительный. Ну, маленький спасительный где-то был ведь. Ну, пожалуйста, хилочку, мне одну бы. Мне много не надо хилочек. Мне бы одну хилочку. Да я не могу! Ну как мочи, если все в тебя летит со всех сторон? Ребята, я не смогу, я не хочу этих крыс снова проходить. Меньше всего я хочу крыс с ниндзей проходить в замке. Я, мне не понравилось там. Крысы не понравились, и ниндзя на время. Мне не понравилось, я не хочу снова туда идти. Я не хочу, ребята. Сколько мы будем эту игру проходить? Да ну что в меня попало-то, что? Маленькая писюлечка какая-то. Маленькая ракеточка. Ну разве это Робокоп, что? Я крыс прошел. Я хочу какого-то награды, понимаете, за крыс. За прохождение крыс я хочу награды. Я справился, я крыс прошел. Что они со мной устроили здесь? Почему все против меня? Да ну хватит это делать со мной, хилка. Взял. Взял и потратил тут же все. Да как это пройти? Как обычно день в Детройте выглядит. Да. Сейчас будет чистилище, а потом еще и босс после чистилища. Непонятный. Мне кажется, я на боссе хочу турбопалец включить. Почему-то у меня есть такое подозрение. Почему я эти пушки не могу расстрелять? Я бы с удовольствием бы их расстрелял. Но нет, не могу. Ладно, включаем турбопалец. Они напросились, сволочи. Они напросились на турбопалец. Я не хотел доставать секретное оружие. Но мне придется его достать. Я хотел пожалеть джойстики.
Но жалеть не будет. Будешь иначе жалеть только себя. Не помог турбопальц. Турбопальц не помогает, ребята! Это кошмар какой-то, это непроходимое что-то с чем-то. Да почему это все происходит со мной? Почему эта игра мне понравилась? Почему я решил все-таки пройти? Я не понимаю, зачем я это... Почему у меня нет вкуса? А как ее взять-то? А как ее взять-то, ребят? Ну а как ее взять-то, вы видели? Она в куче говна. Я ее так ждал, она появилась, и она оказалась в куче говна. Короче, другая тактика, ребят. Не получаем урон просто. Не получаем урон, значит, и не надо хилиться. Логично? Логично. Отличный план, Зул. Уже половина хп нет. Кретин. Да, ребята, ну это да что это? Ну что это? Ну почему эта игра не кончается? Beautiful, какая же она короткая, она бесконечная просто. Да она не хочет кончаться уже второй день. Коротенькая, говорит. Легенькая прогулочка. Жалко, что короткая. Мне джойстик жалко. Не знаю, чего мне больше жалко. Себя или джойстик. Ну, ребят, ну это провал. Ну как это пройти? Да офигеть. Да ну что это? Предпоследний это не пройти, ребята, это не пройти, бляха-муха. Да как это пройти-то? Да почему это все так сложно-то? Ну, ребята, это кончится когда-нибудь. Я боюсь, что мы на месяц в этой игре. Я боюсь, что мы на месяц, ребят. Коротенькая игра, говорит, жалко. Жалко, что короткая. Ну вы видели какое-то чистилище? Очень мало времени для реакции, понимаете? Экран-то маленький. Мало времени, а много говна всякого летит. Что делать-то? Да вот как? Я даже не понял, что произошло.
Ну что, что, что? Да, конечно! Да ну что это, бляха, муха! Ребята, я... Ай... Очень времени мало, понимаете? Не среагировать нифига. Да ну как это? Как она попадает-то в меня? А-а-а! Ну что? В плечо и все, что ли? А у меня что, выстрел-то такой узенький? Почему острый выстрел узенький? Мне в плечо попадает, я его сбить не могу. Ну все, опять провал. Один раз босс увидели, теперь увидим через месяц его. Через месяц увидим в следующий раз босса, ребят. Ну это крысы опять, ниндзя эти. Теперь здесь застрянем, все конты будем тратить на этом уровне. Это настоящая игра на преодоление, ребят. Вот это вот, Робокоп, да? Вот это та самая. Тащурская игра. Это та самая, ребят. Да она хотя бы не скучная. Просто гирлянда вылетает на тебе в лицо. Не... А, хилку нашел! Да, на... Вот, геймпад у меня от Super Famicom. Он подходит. Как оказалось. На нахер, штурма пальца получил? Thank you.
Что делаем-то? Бляха-муха! Чё, непроходимый робокоп? На Супер Нинтендо. Я и крыс победил. И всех победил. Хочу картридж. Кривой! Непроходимый! Кучу патронов надо, миллиард жизней. На Сеге все поправили. Видели как? Ровное количество патронов. 5 секунд на убийство ниндзи, и все нормально. Не, крутая игра, крутая, ребят. Звуки ходьбы. Выстрелы. Знаете, мне каждый раз было приятно все-таки убивать врагов вот этих. Это не надоедало. Не надоедало просто. Дрык-дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. Ходить туда-сюда. И две крысы. Нет, две крысы это было бы чересчур. Две крысы и еще платформочки падающие, да? Вот что надо было сделать.